начался визит президента Турции Реджепа Тайпа Эрдогана в Азербайджан. Самолет главы турецкого государства приземлился в международном аэропорту Физули. Реджепа Тайпа Эрдогана встретил президент Азербайджана Ильхам Алиев. Главы двух государств приняли участие в церемонии открытия международного аэропорта Физули. Президенты в знак открытия первой воздушной гавани в Карабахе разрезали ленту. Президент закрытого акционерного общества «Азербайджанские авиалинии» Джахангир Аскеров вручил главам государств символические ключи. Лидеры двух стран ознакомились с условиями, созданными в аэропорту. Лидеры двух стран также примут участие в церемонии закладки фундамента умного агропарка в Зангилане, который будет построен при поддержке Турции. Будут обсуждены все аспекты двусторонних отношений между Турцией и Азербайджаном и рассмотрены шаги, направленные на углубление сотрудничества. В ходе встреч также состоится обмен мнениями по региональным и международным вопросам.